Сегодня на металлургических предприятиях нужны рабочие со знаниями инженеров. Профессия рабочего – надежная защита на рынке труда и уверенность в завтрашнем дне. Уважение к человеку труда было и остается главной ценностью. У всех разные пути в профессии, но рано или поздно ты приходишь к главному делу своей жизни. Я выбрал профессию рабочего – электромонтера. Работаю в настоящем трудовом коллективе, получаю социальные гарантии. Профессия рабочего – хорошая стартовая площадка для дальнейшего обучения и приобретения инженерной специальности. Когда я пришел работать на большое градообразующее предприятие, самой большой трудностью для меня было на практике освоить свою специальность – стать членом бригады, где каждый работает на общий результат. Нужно больше рассказывать о рабочих специальностях, чтобы и родители, и дети могли правильно ориентироваться в мире профессий. Находить в них точки опоры для выбора будущей специальности. Самое сложное при выборе профессии – вовремя получить информацию о профессии, знать о всех ее преимуществах. В нашем проекте есть такая профессия. Мы расскажем о самых интересных специальностях, которые необходимы для предприятий нашего города. Город будет расти и развиваться тогда, когда у молодежи будет желание здесь жить и работать.